Итак, ребят, всех приветствую на канале. Сегодня у нас TapTap Universe, и я хочу вам показать новый ивент. Апнули мы 70 уровень с вами. Значит, какой ивент я хочу вам продемонстрировать? Ну, во-первых, соберем ежедневную награду VIP-а. Скоро 2000. Вот такой вот ивент. Gold Saucer. Саусер. Собираем, соответственно, фишки. И давайте посмотрим, что здесь есть. Есть определенные награды. Да, какие-то. Вот, типа 200% и прочего. Ну, поехали. Здесь вот так вот интересно. А что это такое? Какой-то осколок чего-то, карты, я не знаю. В общем, какая-то такая движуха. Интересно, давайте дальше. 4. 30 фишек. Еще осколок. Давайте что-нибудь интересненькое. Не знаю, что это за осколки, вам честно не могу сказать. Сейчас мы соберем сначала все, потом... Это что такое? А, типа сразиться надо. С какой-то командой, ну-ка. А, у меня X4, кстати, открылось. X4. Фишки выпали. О, 200% мне сейчас дадут. И сундучок с каким-то картами. Не знаю, что за карта. Опять. Ух ты, 5 звезд. Это что такое? Силища какая, 5-звездная. Типа сверх сильно, сверх тяжело. Ну, проиграли здесь. А все равно дали осколок этого. Карты этой. Сейчас 100 будет. 100 есть. Я не знаю, что такое 200%. О, вот это интересный пак, смотрите. 888 может выпасть. Приятно, приятно. Откроем в конце. Я не понимаю, что эти сражения дают. Честно вам скажу. Ну, как бы, ну вот выиграем, да, сейчас. И что дали? То же самое. Или я, может, что-то не понимаю. Кстати, пишем в хорошем звуке, без особо лишних каких-то помех. Поэтому обратите тоже на это внимание. Хотя и нахожусь на улице. Вот. Но нашел тихое место. Так, давайте далее. 7? Да ладно, 7 выпало. Вот это да. Выпало 7. Типа. 2 круга, да, мы прошли. 1. 9.
Ух ты. 9, это приятно. Слушайте, я вот не знаю, вот эти сражения, чем они вообще нужны, важны. Вообще не понимаю. Ну, допустим. Выиграли, да? А, два. То есть там один за проигрыш дают, здесь два. 50%. А вот это что такое? А, это типа можно рассчитать количество. Раз, два, три, четыре, допустим. Пять. А давайте шесть. Вот я не знаю, что это за облако такое. Еще она дает? 50%. Ладно. Ладно. Давайте. Я пока не понимаю. Так, open 60 фишек. Короче, какие-то фишки. Куда они используются? Daily Perks. Явно же куда-то должны использоваться. Супер. А, вот они где используются. Все, я понял. То есть можно на эти фишки купить. У меня 171 фишка. Да. То есть можно обменять на персонажа. Можно вот на такие сундучки. Сколько мы можем? 8 их. А давайте, кстати, откроем. Вдруг там 888 бриллиантов. Ну, кто знает. Ну, или что-то такое интересное. Понятно. Золото 6 часов. Все с вами ясно. Hero Pass. Hero Pass. Давайте забираем ежедневную награду. Оп. Так, денег у меня нету, не выпало то, что бы хотелось бы. А хотелось бы много приятностей. Давайте чип тогда соорудим. Чипы соорудили. Здесь мы можем что-то купить. Что мы можем здесь купить? Ну, давайте купим вот это. Добра. Кого мы можем здесь качнуть? Допустим, Люция мы не можем. Этого чела мы не можем. Эту девчонку мы не можем. То есть мы копим. Окей. Собираем награды. О, фишечки же еще дают. Вот что. Еще фишек дали. Ну, пойдем, те 12 штук. О, жир. Жир, жир. Еще. На этом видео не заканчивается. Я уж думал, все. Две фишки. Две. Ну, приятно, приятно. Идет, осколки. Более-менее понял его. 8. Тоже неплохо. Раз, два, три. О! Аж три этих дали штуки. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. 200%. А, это все фишки умножаются на 200. Вот оно что. Я понял. Это к фишкам. А давайте сейчас мы еще сундучки откроем. Мы же еще сундуки не открыли. У нас же есть промежуточные сундуки за прохождение вот этих локаций, кругов.
Ну да, фишек, отлично. Еще три. Семь. О, класс. Давай, еще сколько? Еще семь. Вообще огонь. Так, ну и давай, может, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну-ка, а если я семь? Шесть, да, есть? Шесть. Ну, давай шесть. Давай шесть кинем. Может, что-то интересное выпадет. 200%. Ну, такое себе. Забираем. Сундуки. Ладно, давайте еще откроем здесь. Ой, награды. Где у меня сундук-то? Вот. Давайте еще раз попытаем счастье. О, 88. Уже ближе. О, мы можем, смотрите, кого открыть. Курицу. Курица. Что это будет? Что она дает? Кто знает? Типа мы ее куда-то можем использовать, да? А как мы ее можем использовать? Мне это так, это танк. Так, а мне нужен Барбариан, да? Что такое Барбариан? Это вообще кто? Рейнджер. Что-то я, может, туплю, но, в общем, какая-то фишка выпала. Шмотка на Барбариана. Еще 30 сундуков дали. А кого бы мы будем открывать? Бита. Батарейка. Давайте. Вот на рейнджера. Давайте все откроем на рейнджера. Все 32. Будем вот этот вентилятор пробовать собирать. Не знаю, что из этого выйдет. Так, три сундучка выпало. Что из них может выпасть? Понятно. Больше ништяков нету. Нету. Так, значит, смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас сделаем призыв в таверне. И попробуем кого-нибудь вытащить. Фиква. Никого не вытащим. Фигас 2. Никого. Планеты пока не буду улучшать. Тратить золото. У меня таких персонажей нету. Здесь у нас что происходит? Комбо. Макомбо. Давай. Бам. Бам. Ай, забираем, открываем эти фишки. Ну и, скорее всего, сейчас что-то можно улучшить. Ничего. Ничего и никого. Ну и финал. Давайте сюда зайдем. В сателлит, в этот. Здесь набралось у нас за ночь ресурсов. Мы с вами сейчас улучшим, пройдем очень
забавная вот эта тема. Очень сильно персонажа она возвышает и повышает. То есть даются такие награды здесь, конечно. Ну, вот. Которые не снились. Ну, допустим, Фиола. На вот этого чувака. Или вот на эту даму. Правда, я качаю вот эту даму. Ну, в общем, на самые последние эти кристаллы. Самое сложное на самом деле. Ну, задача сейчас вот хотя бы до 90-91% качнуться. Вот это, пожалуй, такое, наверное, основное, что мы должны с вами произвести. И уже будем заканчивать. Не люблю эти вопросы. Всегда левый жму ответ, признаюсь вам. Потому что я ответов на такие вопросы не могу знать. Это надо разбираться очень так хорошо в игре, чтобы знать все локации и так далее. Давайте соберем. 91 есть процент, уже приятно. Ну, может, сейчас 92 будет. Может, я не рассчитываю, что будет какой-то там большой шанс закрыть. Хотя, кто знает, бывали случаи, когда я с 90% закрывал, и хорошо кубики падали. Мы собирали очень много ресурсов с чужих островов. Ну, если 95 хотя бы будет, это очень большой успех. А так, думаю, что не более чем 94-93 будет. По итогам. Очень дорогие постройки. Почти по миллиарду, да, получается. Мы в миллионах зарабатываем. Но оно того стоит. Оно того стоит. Чем дальше продвигаемся, тем круче у нас ресурсы. А ресурсы у нас вот здесь. Следующий, видите, 1 694 000 000. И это у нас не может не радовать. Давайте три последних броска. Забираем наш миллион, наверное. Нет? Ну, дай что-нибудь хорошенькое. О, X5 дали. Есть. 94. 944 000 000. Здесь 94% прогресса. Это здорово. Кстати, вот эту дамочку-то я прокачал по полной. Эту даму я прокачал. Она у меня самая сильная в команде. Порядка 90 уже тысяч сила. Можно, конечно, потратить у нее весь опыт. Но я вот хочу вот эту вот мадемуазель качнуть. Попробовать, как она в деле. Она, говорят, очень крутая. Это, видите, да, какой класс. На нее даже не жалко и чипов поставить. Сейчас, кстати, чипов поставим. Каких-нибудь, допустим, вот на этого. Типа. Ну, так, чтобы посильнее ребята были. Вот. И я все-таки на вот эту даму поставлю тоже чипов. Чтобы она тоже была сильная. Вот так вот. Ну что, на этом будем заканчивать.
ежедневные, еженедельные квесты мы потихонечку проходим. Потихонечку. Здесь остается на арене, надо отбиться 8. Кстати, может попробовать. Сейчас берем в Колизее награду. На арене 8 надо попробовать боев провести. Ну, благо, теперь у меня на арене X4. Мы можем быстро все это отбивать. Еще пока нету пропуска боя. Почему? Потому что пропуск боя появляется на 4 уровне ВИПа. Мало ли кто спросит в комментариях. Вот я отвечаю. 4 уровень ВИПа получаете, играя там 1,5 месяца. Все. Никаких вам вопросов. Можете все ускорять, пропускать и так далее. Вот. Такая вот получается канитель. Что я вам хочу пожелать перед окончанием выпуска? Ну, молодцы, что начали писать комментарии. Начинается такое некое обратное общение, взаимодействие у нас. Пускай немного застопорилось в плане набора подписчиков, ничего страшного. Главное, что вдохновляет меня все равно на съемку видео, это то, что интересно, это некий такой досуг, это не принцип жизни, знаете, отснять. Это вот кто-то отдыхает перед телевизором, кто-то еще каким-то образом. Вот мне нравится такое вот записать с вами, поделиться. Самому что-то почитать, когда вы пишете, рассказываете. Вот. Поэтому сейчас мы это все добиваем. Необходимое количество боев на арене. Их у нас 8 должно быть. Напишите, кстати, по CoinMaster, кто глянул, как вам зашел, не зашел выпуск. Он довольно-таки эпический получился с джокерами, с коллекциями. Ну, опять же, кто смотрит. Понятно, что все разные. Кто-то любит все ролики, кто-то определенную тематику. Но вот стараемся с вами, так сказать, продвигаться. Давайте сейчас забираем награду в квесте. В недельном за 80. 400 брелей дали. Еще бы 400, и мы выполнили бы призыв. X10 бы под конец бы я катнул. Но чего-то здесь не хватает. Эх, не хватает. А, знаете что сейчас? Может, сейчас попробуем локацию стукнуть. И хватит, кстати. Сначала я их так стукну, попробую. Если сейчас всех завалят, то перетасую команду, так скажем, и ее немного изменю. Изменю я каким образом? Я поставлю, смотрите, кого. Я вот вместо вот этой дамы, я сейчас сделаю вот так. Я возьму вот так поставлю. Сюда перед, сюда зад. Но они должны пройти, по идее, локацию эту, да. Получим мы сейчас брюлей. Пачку. Прям вообще такую, знаете, жирную пачку. Я надеюсь, да. Получаем сейчас 250 или сколько там? 200, да? А здесь мы идем на локацию вот сюда, пробиваем здесь, сомнений нету, что выиграем. Ну и последнее, где мы сейчас будем биться, это вот на 110-й и получать 300 брюлей. И мы в финал сегодня. Такого длительного у нас сегодня долгий ролик получился. Приятно.
время позволяет записать. И вот финал мы будем делать X10 призыв. Если нам выпадает сейчас какая-нибудь классная карта, мы ее сейчас собираем. Ну давай сначала откроем 65 камней. Кто это? Что за жесть? Понятно. Расходный материал. Вот, значит, сейчас, если выпадет, будет классно. Готово. Заряжаем. Опа! Что мы видим? Мы видим призыв. Мимо вообще пустота. Полная. 620. А надо 650. 520, точнее. 650, да. Ну и ладно. Потом, значит, в следующие разы мы наберем уже нужное количество. Так, теперь мы в институте. Повышаем квалификацию кому-нибудь. Допустим, вот этого типа мы сделаем. Так, допускаю. Ну и вот этого. Певца. Так, ну и финалом у нас уже, сколько раз сказал это слово, будет просмотр. Вдруг кто-то сейчас улучшится. Ну, хотя я сомневаюсь. Ладно, на этом все. Всем пока и удачи.